Родина банана в тропических лесах Юго-Восточной Азии, расположенных между Китаем и Индией. В Индии, которая является крупнейшим производителем бананов в мире, значение банана намного важнее, чем вкус. Верьте или нет, но по мнению индуистов, запретный плод, который Адаму дала Ева, был не яблоком, а бананом. Китай не имел интереса к выращиванию бананов в течение длительного времени. Активным разведением их начали заниматься только в начале 20 века. Банан стал популярен и начал широко распространяться, когда юго-восточно-азиатские иммигранты привезли саженцы бананов на Ближний Восток и в Африку. Португальские купцы привезли редко встречающиеся банановые саженцы на северо-западное побережье Африки и на Канарские острова, где ими активно торгуют сегодня. Банан очень легко растет в этих регионах, что весьма полезно для питания бедных людей. Согласно испанской истории, Томас де Берланга, священник, который приплыл на Карибские острова в 1516 году, впервые привез банан в Америку. Банан можно выращивать только на 30-й параллели к югу и к северу. Это легкодоступный и востребованный во всем мире фрукт. В мире, где население постоянно увеличивается, банан является пятым среди самых важных продуктов в мире, после риса, пшеницы, кукурузы и картофеля с точки зрения валовой стоимости. Потребляемый в сыром и вареном виде, банан занимает первое место среди других видов фруктов с мировым производством 140 миллионов тонн. Индия является крупнейшим производителем бананов с производством 28 миллионов тонн. За ней следует Китай с 12 миллионами тонн и Филиппины с 9 миллионами тонн. Другие страны-производители бананов – Уганда, Бразилия, Эквадор и Индонезия. Эквадор занимает пятое место в производстве бананов. Стоимость экспорта достигает почти 3 миллиарда долларов США. По данным мировой торговли бананами, развитые страны тратят на них большие бюджеты. Страны ЕС, США и Япония являются крупнейшими странами-импортерами. Сегодня Канада потребляет 4 миллиарда бананов Lady Finger ежегодно, а Германия – более 2 миллиардов. По данным других исследований, каждый англичанин потребляет 100 бананов в год, а это значит, что в общем в Англии потребляют в год 5 миллиардов бананов Lady Finger. Также банан является основным продуктом питания для жителей Уганды. Один угандиец потребляет 400 килограммов сладких и овощных сортов бананов в год в среднем. Хотя существует множество разновидностей банана, не все сорта используемы в маркетинговых сетях. Наиболее распространен в мире сорт Cavendish. Несмотря на то, что в развитых странах потребляют бананы из-за их вкуса и богатого содержания, они являются основным источником питательных веществ в странах третьего мира, где бананы в основном и производятся. Одним из сортов бананов является плантен, который нужно готовить. Он не очень распространен во всем мире, но используется как основное блюдо в слаборазвитых тропических странах. Младенцы, дети и люди всех возрастов также употребляют эти приятно пахнущие фрукты, так как они имеют особый аромат, высокое содержание питательных веществ, легко усваивается и легко смешиваются. Бананы едят сырыми и готовят. Они являются богатыми источниками витаминов В1, В2, С, Е, провитамина А, калия, железа, кальция, фосфора, натрия и йода. Один банан содержит 100 калорий в среднем. Банан – это тип фрукта, который может произрастать только в тропических регионах и является скоропортящимся.
Самый передовой метод хранения бананов — это контролируемое атмосферное хранение, которое имеет высокую циркуляцию воздуха и обеспечивает температуру, влажность и возможность управления этиленом. В отличие от общего мнения, урожай собирают зеленым, прежде чем он созрел. Гроздья бананов привозят в необходимое помещение, где промывают и опускают в раствор фунгицида. После того они будут храниться в зависимости от сорта при диапазоне плюс 12 плюс 15 градусов Цельсия и влажности 85-90%. Скорость дыхания бананов выше, чем у многих других видов плодов, поскольку они являются климатическими фруктами. Поскольку температура хранения от этого фрукта высокая, снижение скорости дыхания довольно ограничено. Бананы выделяют этилен при дыхании. Этот газ ускоряет его созревание. Именно поэтому наиболее важным фактором в хранении бананов является уровень этилена в хранилище. Если этиленовый газ не может быть удален чистящими средствами для этилена, то бананы нельзя хранить в течение длительного времени. К сожалению, бананы непригодны для длительного хранения. Пока они еще зеленые, хранить бананы возможно максимум 6-7 недель, и невозможно отправить на рынок сразу после хранения. Они должны получить этилен контролируемым способом в специальных помещениях для разрушения хлорофилла в кожуре, чтобы изменить цвет на желтый через 6-8 дней, в зависимости от температуры, а затем отправляются на рынок. Настоящее чудо, что эти хрупкие и вкусные плоды попадают в наши дома с экватора. Те, кто совершает это чудо, не производители бананов, которые продают килограмм за несколько центов. Это генетические ученые, которые разработали сорта бананов, и специалисты холодильных установок, которые помогают хранить бананы, пока они не дойдут до потребителя.